День знаний отмечают в зоопарке Лимпопо. В качестве учащихся здесь гиббоны и капуцины, а основная наука – арифметика. В вольерах приматов появились настоящие гигантские съедобные счеты, на спицах которых надеты излюбленные баранки, яблоки, груши и ананасы. Вот такого рода интеллектуальные игрушки мы периодически предлагаем приматам. Они им очень нравятся, они радуются таким игрушкам, это развивает их интеллект, их моторику и не дает им скучать. Они радуются этому как дети. Редкие посетители наблюдают за первым уроком в этом учебном году, но в зоопарке есть на что посмотреть, и за приз зрительских симпатий борются самые разные животные. Мне понравился этот олень, еще мне нравятся эти кролики, которые там так прыгали, я им дала морковку, они дрались даже. Лам еще кого я там видела. Еще я видела маленьких обезьянок, леопардов, пуму, гриффи там какого-то, мне мама сказала. В зоопарк приходят и за семейным отдыхом, и за новыми знаниями вместе с одноклассниками. Ведь 1 сентября – прекрасная возможность познакомиться с дружелюбными обитателями. Ну, мы отдыхаем, у нас традиция уже 7 лет, мы отдыхаем отдыхаем. После линейки мы приходим в зоопарк, чтобы дети маленькие увидели животных. Ну, мы пришли с классом, считай, на 1 сентября в зоопарк, считай, смотреть на животных. По мне так это очень весело, потому что, некоторые животные на самом деле очень забавные, и кормить их очень тоже забавно, и недорого. Ну, в общем, это стоит посмотреть. А мы два яжа были, еще один яж. Да, мы еще раз приехали сюда. Сегодня посетителей зоопарка ждет научное шоу, зооквест, викторины, показательное кормление. А вход для первоклассников в честь праздника бесплатный. Юлия Короткова, Олег Климин. Объективно. ННТВ.